называем торжественная минута прощания. Встаньте здесь, пожалуйста. С ребятами, которые пришли к нам совсем маленькими. Я помню этот день прекрасно, когда, вы знаете, когда приходят к нам, очень волнуются воспитатели, приходят новые дети, встречи с новыми родителями, с новыми родственниками. И вот к Антонине Евгеньевне, я помню, пришли прям сразу 12 детей в первый же день. И дальше, и дальше, и дальше приходили к нам. Мы очень радуемся, что у нас, ну, наш сад по численности самый большой. Мы очень радуемся, что к нам приходят дети. Но все равно нам очень трудно расставаться с ребятами, потому что мы привыкли к вам. Мы всегда с добром относились к вашим ребятам. Мы, наш педагогический коллектив, ведь задача нас научить детей жить в коллективе, подготовить их к школе. И я считаю, что мы справились с этим, потому что школа будущего первоклассника показала, что, и отмечали, мы же встречаемся, общаемся со всеми школами, куда идут наши дети. У нас в основном идут во вторую школу и в гимназию дети. И общались мы с учителями, которые дали высокую оценку знаниям детей, когда они вот пребывали в школе будущего первоклассника. Поэтому мы, наверное, на правильном пути стоим, и мы всегда принимаем те замечания, которые нам делают, и всегда стараемся, конечно, исправлять их, потому что это во благо детей. Мы очень любили ваших детей, мы старались развивать их всесторонне. Для этого у нас все условия в нашем детском саду есть. И мне хочется сегодня поблагодарить, конечно, в первую очередь Антонину Евгеньевну. Она прошла весь путь с вашими детьми. Ей, наверное, сейчас очень тяжело, но она у нас добрая, доступная, простая и очень преданная своей профессии. Вот в этом году Антонина Евгеньевна 31 год уже как работает воспитателем, а общий стаж у нее 42 года. Но случилось так, что иногда менялись, иногда случайные люди приходят в детский сад, и когда они окунутся в нашу жизнь, то не всегда они ее выдерживают. Приходили, уходили. И это, наверное, закономерно. Но в этом году вот Любовь Николаевна пришла на помощь Антонине Евгеньевне. Она делает первые пока шаги, пока немножко робкие, но я уверена, что у нее тоже все получится в нашей работе. И непростой, кстати сказать, работе. Вот, поэтому наш коллектив, конечно, мне хочется большое спасибо сказать Светлане Михайловне, волнуюсь, наверное, Светлане Михайловне, которая музыкально развивала ваших детей. Елена Владимировна работала у нас, учитель-логопед работала по постановке звуков и речи с вашими детьми, работала тоже, приложила много усилий. У нас в этом году прекрасный психолог к нам пришел, которая проводила занятия тоже с вашими детьми. И медики здесь, ну, в общем, причастны все к тому, чтобы детям вашим было комфортно в нашем детском саду, уютно. Я не знаю, как вы оцените, как у нас получилось, но мы очень-очень старались. Ну, а сейчас торжественный момент, когда мы, значит, будем вручать дипломы нашим выпускникам. И будем это делать с огромным удовольствием. Отец Петр нам прислал
тоже вот такие вот лазанки, которые мы подарим каждому, он очень просил. И очень вот буду молиться за то, чтобы дети успешно у нас справлялись в школе. Прошу тебя. Расставить, стройный, умный мальчик. Он у нас идет в гимназию. Дима у нас молодец. Он два у нас выпускных. Он в прошлом году раз выпускался, но решил с нами расставаться. Да, Дим? Вот. И с удовольствием влился в ваш коллектив, прижился в нем и был... Дима, я тебе желаю, чтобы ты учился очень хорошо. Я мамочку твою учил. Мамочка была умница в школе. Поэтому и я считаю, что и, в общем-то, ты добьешься определенных успехов. Все это твое, Дима. Мы желаем тебе огромных успехов. Диплом вручается Саше Рахманину. Саша, пожалуйста, сюда. Красавица у нас, умница, добрый мальчик, но немножко скромный. Поэтому он будет работать над собой, да, Саш, чтобы ты был смелым, отвечал очень хорошо на уроки, никого не бойся, учись хорошо. Я тебе желаю успехов, я тебе желаю счастья, я тебе желаю всего. У тебя вокруг столько много родных, которые тебе во всем помогут. Так, Полин, пожалуйста, сюда. Она у нас тоже второй раз выпускается, но все равно активная, способная, умная девочка. Я думаю, у нее все получится. И с бабушкой она дружбу будет продолжать, ну и мам будет помогать, да? Поэтому, так, и еще. Полина у нас, она активная очень девочка. И, значит, мы ее награждаем дипломом за успехи в спорте. Девиз олимпийцев – успеху идти, победы добиться и быть впереди. И за достигнутые высокие результаты по физической культуре. Это первое. Значит, диплом мы получаем. И благодарность Полине. Выпускница подготовительной группы за активное участие в творческой театральной студии «Радуга». Умница. Продолжает комитет. Диплом вручается Диме Шурыгину. Дима, я тебе желаю, ты очень такой скромный тоже мальчик у нас, вот, не бойся никого, в учебе надо быть впереди, будешь хорошо учиться, у тебя прекрасные родители, которые тебе во всем помогут. Так, диплом вручается Кувшинову Стасу. Стас, иди сюда. Так, ну мне будет все ясно, как он будет учиться. Я с ним соседка через стенку. Так что, как вы с мамой будете, значит, уроки учить, я все услышу. Вот, и позвоню и скажу, молодец. Поэтому я желаю тебе успехов, я желаю тебе спортом заниматься, да, дружить со спортом. Тебе и брат поможет, и мама помогут, и все твои родные. Будь счастлив. Так, диплом вручается Никите Титову. Так, Никита, я тебе желаю, ты у нас во вторую школу идет, он, да? Я тебе желаю, чтобы школа тебе стала родной, чтобы тебе там все понравилось, чтобы ты очень-очень любил туда идти, потому что туда надо всегда бегом бежать в школу, потому что мы бегаем туда за знаниями, которые дают там прекрасные учителя. Так, Мишурин Саша. Так, Саша. Я тебе желаю здоровья, мой дорогой, здоровья и еще раз здоровья. Будь счастлив, ты красивый юноша будешь, обязательно, все у тебя получится. Так, ну а сейчас приглашаем Юлю Тимошкину. Ой, Юля, уж что говорить, Юль, ну я и папу, и маму учила, они были в одном классе. Я думаю, уж как и мама, и папа учились, ты их перегонишь и будешь золотой медалисткой. Поняла? Учись. Значит, Юля у нас, она тоже награждается дипломом за успехи в спорте. Юля награждается за достигнутые высокие результаты в физической культуре. Она активна и во всем. Очень организованная девочка, за активное участие в творческой театральной студии «Радуга». Умница. Продолжаем. Так, значит, приглашаем сюда Ксению Медведеву. Ну, Ксюша нам преданная, она из старого Корблино у нас доставляет ее. Молодец! Как вот приехали, решили в ваш сад. И она
очень здорово вжилась в этот коллектив, умная девочка, очень способная. Вот, а в школу в какую вы идете? Во вторую, да? Ну вот. Значит, Юль, я желаю тебе, чтобы ты училась только на четверке и пятерке. Ксения, извини, пожалуйста. Сашу, он уже увидел свою фотографию. Саша Новичков. Такой с расстановкой, такой толковый, такой практичный. Вот вы понимаете, вот в нем уже все это заложено. Я так со стороны, я даже не спрашивала, я вот его со стороны вижу. Молодец, очень воспитанный мальчик. Он никогда не пройдет, чтобы не здравствуйте не сказал, чтобы до свидания не сказал. Умница, умница. Я желаю, чтобы ты учился очень хорошо, Саша.